Меня зовут Александр Чернов-Пицкий. Сегодня я расскажу вам о моем имени. Чернобельский, первая ассоциация, которая у вас возникает, наверное, с Чернобылем, и это так и есть. Фамилия образуется от местности Чернобыля. А 6 лет назад мои замечательные друзья, которые тут присутствуют, переименовали меня, сказали, Чернобельский не актуально, теперь актуально Фукушимский. Ну, вы помните, там тоже атомный реактор пострадал в Фукусиме. Вот такое вот взрывоопасное имя у меня. И мне, можно сказать, на роду написано, рассказали кое-что об атомной энергии, об атомах, об атомных частицах. Другими словами, о том, чем занимается квантовая физика. Перед началом лекции хочу объяснить, сказать кое-что о структуре. Ее нет. Если у вас будут вопросы во время лекции, то смело держите их при себе. Я не смогу на них ответить. И более того, Ричард Фейнман, один из крупнейших физиков 20 века, сказал, я думаю, квантовую механику не понимает никто. Ну, давайте попытаемся. О чем речь? Представьте, что у вас есть вещи, вы хотите поделить эту вещь на более мелкие кусочки. Вот вопрос. Будете вы делить эту вещь бесконечно, или вы доберетесь до какой-то вот мельчайшей крупинки, которая уже будет неделимая? Греческие философы полагали, что такая частица есть. И так ее назвали неделимая, или атом по-гречески. Атомы — это, можно сказать, кирпичики, из которых состоит вся материя, вся наша Вселенная, мы с вами. И хотя мы на сегодняшний день знаем, что атомы не самая маленькая частица, тем не менее, давайте заглянем, посмотрим, что это такое. Атом состоит из ядра. Представим, что это ядро атома, увеличенное в миллиарды раз. Действительно, я не преувеличиваю, я увеличиваю в миллиарды раз. Там заключена практически вся масса атома, и вокруг ядра кружится электрон на орбите. Так вот, если это будет наше ядро, то орбита электрона будет находиться где-то там на штатусе, на манипуляции. Представляете? Такое вот расстояние между ними. А теперь, внимание, вопрос. Что общего между моим кошельком и этим вот расстоянием? Верно, там пусто. Практически все состоит из пустоты. И вот тут найдется всегда какой-то умник, который почитал Википедию, и он скажет, секундочку, если все состоит из пустоты, почему мы не проваливаемся сквозь пол? Почему стакан не проваливается сквозь пол? На этот вопрос ответил Пелевин, потому что там не только пустота, но еще и Чапаев. Нет, это шутка, Чапаев не поможет. Дело в том, что вещи действительно могут проваливаться сквозь другую материю. А виной тому корпускулярно-волновой дуализм. Это я Википедия прочитал. Но об этом чуть позже. А теперь давайте посмотрим, собственно, как материя проходит сквозь другую материю. Ну, такой стакан, он слишком большой, он не пройдет. Ну, такая вот фишка, думаю, запросто пройдет через этот стол. Теперь спросите, при чем тут фольга, что я делаю с фольгой? А в этот момент здесь вот первый раз сталкиваемся с фактом наблюдателя. Это центральная тема в квантовой физике и вообще в моей лекции. Факт наблюдения. Он очень сильно влияет на происходящее. Но об этом тоже чуть позже. Пока давайте посмотрим, как эта фишка пройдет сквозь стол. Для этого нужно вспомнить, какие частицы еще меньше атомов. Это электроны, протоны, бозоны и лимоны. Лимоны тоже не сюда. Все, давайте наконец эксперимент. Все, что для этого нужно сделать, это очень громко. Ну просто. Вау! Все-таки стакан прошел. Вот это да. Первый раз. То есть, вот. Не читайте Википедию, читайте научные статьи. Итак, что сейчас произошло? Давайте посмотрим теперь внимательно на факт наблюдения и на этот вот, как я сказал, корпускулярно-волновой дуализм. Вот смотрите, эта ситуация вам всем хорошо знакома, да? Вот это, что это такое? Обычный день в офисе, правильно? Так, я работаю, пока шефа нету в кабинете. Как только шеф входит в кабинет, я резко меняю свое поведение. Примерно так ведут себя частицы. Они якобы меняют свое поведение при наблюдателе. Для этого есть известный эксперимент Юнга,
сейчас я вам объясню эксперимент с двумя щелями. Берется такая пушка, представим, что это пушка, да, такая маленькая пушечка, из которой стреляет потоком электрон на какой-то экран. Электроны ударяются в экран, оставляют там какой-то след, да, и потом можно рассмотреть какой-то узор. И между пушкой и экраном решили поставить вот такой вот такую перегородку с двумя щелями. Да? И решили посмотреть, что получится. Ну, что мы ожидаем, как логический разум нам подсказывает, что мы увидим нечто похожее на вот такой вот узор. Да? Ну, логично, да? Пример. Вот. Но то, что увидели ученые там, было совсем другое. А увидели вот какой узор. Много таких вот полосочек. Это называется интерференционный узор. И он характерен для волн. Смотрите. Представим, что это бассейн, вода, отсюда идут волны. Вот тут перегородка с двумя щелями, и тут вот экран. Да? Волна врезается в перегородку, разделяется на две маленькие волны, и потом скрещивается друг с другом. Следующая волна накладывается, и получается вот такой вот сложный узор, который называется интерференция. Как это так? Мы же стреляли частицами материи, а они повели себя как волны, корпускулярно-волновой дуализм. Ну, ученые еще этого не знали, и еще в Википедии не почитали. И они решили, а давайте будем стрелять по одному электрону по отдельности. Посмотрим, что тогда получится. И примерно через час они увидели тот же самый узор. Потому что даже один электрон может разделяться, проходить сквозь обе щели одновременно, скрещиваться друг с другом и ударяться. Взрыв мозга. А при чем тут наблюдатель, спросите вы? А при том, что без того уже запутанная история стала еще сложнее, тогда ученые решили подсмотреть, через какую щель будет проходить электрон. Они поставили здесь датчик. И что же вы думаете? В этот момент электроны повели себя как частицы и показали нам вот этот вот узор. Так, как будто они знали, что за ними наблюдают. То есть факт наблюдения влияет на поведение этих частиц. Давайте я еще раз вам покажу этот центральный момент, факт наблюдения. У меня есть две резиночки. Представим, что это электрон, который мы запутываем. Теперь проводим эксперимент. Не наблюдаем, они запутаны. Потом мы смотрим на них, и вдруг они резко меняют свое поведение и оказываются распутанными. Вот такая вот квантовая физика. Давайте подытожим, что у нас есть. У нас есть атомы, которые состоят из пустоты. Да, пустота. У нас есть странное поведение этих частиц. И теперь совершенно очевидно, что мне нужно еще одно слово на букву П, чтобы стало красиво, да? Тогда у меня будет 3П. Алексей Разбаков позже расскажет нам лекцию о 6П, но это другая история. Ну, давайте это слово будет парадокс. Отличное слово. Всегда добавляйте много мистики в любой теме. А о каком парадоксе пойдет речь? Конечно, о парадоксе наблюдателя. Для этого нобелевский лауреат Эрвин Шрёдингер предложил эксперимент, который нам известен как код Шрёдингера. Для этого берется код и кладет кота. Не поверите, каждый раз, мне на одной репетиции еще кота не принесли, мне каждый раз приходится как-то выкручиваться. Ой, что ж, даже не кот. Ну, вот, я называл такого вот кота. Я не художник, нужно вот такой вот кот, да, с такими радиоактивными глазами, кот Фукушинского. Кот помещается в ящик, в котором находится яд и механизм, который может привести этот яд в действие случайным образом. Потому что механизм работает на основе распада радиоактивного вещества. Вероятность 50%. Если вещество распадется, механизм сработает, и яд выпустится наружу, и кот умрет. Но есть и хорошая новость. Если механизм не сработает, кот останется в живых. Итак, ну, это мысленный эксперимент, ни одна кошечка еще не пострадала. В чем заключается парадокс? Пока этот ящик закрыт, этот кот находится в подвешенном состоянии. Он и жив, и мертв одновременно. Он так и будет вечно балансировать на грани между жизнью и смертью, пока мы туда не посмотрим, наблюдатель решит его участь. Это называется суперпозиция. Кот находится в суперпозиции. Ну, не то, чтобы это было очень супер. Вот такой термин. Итак, только когда мы откроем ящик и заглянем туда, мы узнаем, жив
Что такое сегодня? Ёшкин кот. С пальца сегодня все. Ну, сбежал кот, видать, почуял неладное. Давайте продолжим. Хотя по лицам этих девушек чувствую, нужно срочно вернуть кота в студию, да? Ну, давайте посмотрим, что же с ним случилось, да? Ну, вот, конечно, что с нашим котом? Спасибо, что живой, как говорится. Или все-таки не живой. Та-та-та-та. Кот Шрёдингера, друзья. Итак, перед тем, как я приду к заключительной части, хотелось бы еще обратить пару слов о ускорителях частиц, а конкретно о Большом Адронном коллайдере в Швейцарии. Что там происходит? Там ускоряют частицы. Ага. Нет, там ученые, в принципе, экспериментальным образом доказывают то, о чем я вам сейчас говорю. Для этого берется одна частица, которую мы уже знаем. Ага. Но, если вы думали, это не та частица. С начала лекции по частице у меня. У меня два шарика, у меня в маске. Ну, у меня еще третий шарик. Ну, чтобы четыре, вот это самые последние, больше нет. Итак, эта частица помещается в этот коллайдер и сталкивается на невероятной скорости, близкой к скорости света, с другой такой частицей. В результате столкновения происходит взрыв, они разлетаются на свои составные элементы, и так ученые выявляют новые частицы, такие как кварки или бозоны. Происходит взрыв. Мы выявляем новую частицу. В этом случае это у нас доллар. Так вот швейцарцы делают деньги из ничего. Из воздуха, можно сказать. Раз, и вот она уже здесь. Итак, под конец давайте с вами посмотрим, что нам открывают тайны квантового мира и как это может повлиять на наше мировоззрение. Речь пойдет о параллельных вселенных. Эта точка зрения утверждает, что сам факт наблюдения приводит к расколу Вселенной. Можно сказать, что Вселенная создает свои независимые друг от друга копии. Да? То есть, тем самым существует бесконечное количество параллельных Вселенных. А тот мир, который мы с вами видим, это всего лишь одна, единственная конфигурация. Можно сказать, это всего лишь один канал на телевидении, который мы смотрим. Продолжая тему с котом, можно сказать, что открывая ящик, мы видим там мертвого кота. Но где-то в параллельной вселенной, открывая такой же ящик, кот там живой. Но есть одна загвоздка. Дело в том, что этот второй мир остается для нас невидимым. Получается, что под сильным взором наблюдателя мы изменяем наш мир, мы изменяем нашу реальность. Все вокруг иллюзия, получается, плод нашего воображения. Звучит как эзотерика, да? Но, тем не менее, есть ученые, которые пытаются доказать. Тут я забыл текст. Доказать существование параллельных вселенных. Так давайте представим на секундочку, что может существовать. Представьте, существует точно такой же мир, как этот наш с вами. Проходит такая же лекция 15 на 4. Только тема не квантовая физика, а балет 17 века. Там следующая лекция, приходите. Или параллельный мир, где Леонардо Ди Каприо так и не получил Оскара за всю карьеру. Невероятная вещь. Или параллельный мир, где сборная России выигрывает чемпионат мира по футболу. Хотя, я думаю, тут даже квантовая физика бессильна. Иногда, пишут в Википедии, параллельные миры пересекаются. Примеров много. Хипстеры. Откуда они взялись вообще? Явность параллельной вселенной какой-то, я не знаю. Вот. Но тут тоже есть загвоздка, это пересечение происходит незаметно. В мгновение ока, да? Сейчас покажу, как это происходит. Раз. Мы этого не замечаем. Продолжаем жить в нашей реальности, которая тоже может оказаться всего-навсего плодом нашего воображения. Теперь, я думаю, все
поняли, что такое квантовая физика. Если будут где-то дискуссия, там на Октоберфесте, не знаю, мне третий, четвертый, что это такое, это пустые кошельки, дохлые кошки и деньги из воздуха. Если вам понравилось, ставьте лайк мне на Одноклассниках. Пишите мне в ICQ или шлите ваши голосовые связки. Друзья, под конец хотелось бы еще наглядно продемонстрировать параллельные вселенные. Давайте это интерактивчик такой. Давайте все возьмем вот так вот руки параллельно, как можно. Давайте. Это действительно очень просто понять, что я имею в виду. Так, параллельно. Теперь очень медленно сведем их друг с другом. Очень медленно, да. А теперь снова разведем. Разведем. Спасибо. А теперь тот момент, которого я боюсь больше всего. Задавайте вопросы. Что еще в карманах? Да, вот, уже не закончилось, да. Ну, вот, да. Спасибо за лекцию, очень-очень классно сделано, интересно. А вы кто?